канале NoName. Меня зовут Людмила. Продолжаем проходить Outlast. Что мы еще можем делать, кроме как проходить Outlast? Ребят, мне так кажется, что игра уже подходит к концу. И я думаю, что... Напишите в комментариях, что бы вы хотели дальше увидеть. Ну, исходя, конечно, из таких игр, чтобы у меня комп подтянул, скажем так. Вот. Так что пишите в комментариях. Итак, ладно. Куда нам надо? До часовни. Ключ доступа на третий этаж. Ну, в принципе, мы его нашли. Ключ доступа на третий этаж. А, это нам надо возвращаться опять вон что, короче, там, где нам чувак что-то там сказал, да? Похоже на то. Если нам по пути, конечно, по щам не надают. Было бы обидно тогда. Чё, блядь? Где, блядь? Кто-то выбивает двери. Я знаю, как устала. Неужели я сглазила просто из-за того, что мы расслабились на прошлой серии? Давай, чувак, появись уже, свали куда-то. Иди отсюда нафиг. И мы продолжим проходить дальше. Да. Чё, нет никого? Выходить, не выходить. Но камера офигевает. Ладно. Я, кажется, кого-то увидела. Так чисто спокойно. Чувак. Ты меня не видел. Или нет? Я уже другое место ломаю, что-то слышу. Где-то стучит. Мое сердце отца по-любому стучит. Ладно, дубль 2. Да вы чё, блин, прикалываетесь, там ходите? Откройте, суки! Интересного нет. Да? Да, ни хера тут интересного нет. Ебать, ты сразу. Выпустите меня. Похоронение идет. Хорошо. Пройдем мимо ноги. Какой мы вроде бы не агресса. Тихо, тихо. Закрываем. Пока! Ой, мама! Так. Громкая музыка утихла. Уже можно быть более-менее расслаблены, наверное. Мне так кажется. И хочется, в принципе, тоже. Блядь.
чё я сюда пришла тогда? Это чё, идёт? Куда мне идти? Кухня. Кухня. Здесь. А мне тут расчленёнка, как обычно, как было на прошлом месте. Где она? Здорово всем. Как поживаете? Как дела? Все еще не сбежали? О, батареечка. Отлично. Выпустите, я запуталась в трех соснах. Зашибись еще не сюда. Хорошо, есть еще варианты. Где-то сюда. Вот еще здесь. Болезненная для меня, для моего игрока. Это означает то, что она так. Так, все заходим. Хорошо. Не видно, от кого я буду убегать. Не видно, что это все делает. Чувак молится на... Так, заметочка. Хорошо. Опять одни помехи. Пациент склонился к молитве. А, в молитве. Может, купился на пропаганду отца Мартина. Может, слышит то же самое, что и я, только отчетливей. Может быть, это его собственный способ сбежать отсюда. Священник называл это Евангелием Христа. Никто не знает. Может, так оно и есть. У них даже своя религия образовалась. Да. Прикольно. Еще один молится, хорошо. Вроде не агрессивный, вроде бы ему похер. Давайте так и будет, в принципе. Че, кого, куда? Так, ты это и есть? Ты что? Ты тут тоже молишься, да? Прятаться под кроватью нету, да, возможно? Я на это надеюсь. Какие прям совсем нормальные люди. Ну как люди? Полу люди. Какие-то... Просто... Тихи. Но хоть бы свое есть. Пить будет, наверное, не больно, а по-божески. Что там? Еще одна батарейка, зашибись. Не, ну придется так делать теперь. Куда идти много. Что, некуда, да, некуда. Нет, это на дверь, куда этот чувак ушел. Это? Нет, стоять. А вот теперь любопытно стало. Где-то тут вниз, проход или что-то подобное. Сейчас будем искать тогда. Мы же отсюда вылезли, да? Отсюда, все верно. Сюда он зашел, но эта сволочь не открывает. Не хотит. Говорит. Не хочу. Нет, нет. Тут тоже нет, да?
ни вентиляции, ничего подобного. Все это самое. Просто через это невнимательно в прошлый раз посмотрела. Вон кто-то да и протыкала. Хотя вроде бы все комнаты обошла. А, документик. Есть, почитаем. Недостойный проситель, я могу служить Господу нашему лишь только в качестве пищи. Возьми меня, о Вальдридер, да увидит это апостолы пастыря моего, и да распространят его неправды ради истины величайшей. Время твое в мире пришло, плоть моя жаждет великолепия гнева твоего. Кровь моя полна тобой, выпусти же ее. Вот молитва моя, да будет слово твое вырезано на плоти моей. Это, походу, вот эта вот молитва не молится. Теперь точно согласна, что сумасшедший. Не, ну серьезно, вроде бы все тупик. Может, после прочтения книжечки, точнее, вот этой вот дичи, теперь пусть отсюда. Не, ну, будем надеяться на лучшее, чё оно. Нет. Какого остается спросить? Блин, ну мы тут все прошарили. Так, ладно, камеру убирай. Я думаю, так будет проще ориентироваться. Смотри, ничего нету. Да. К окну. Братья, вы все эти самые, да? Меня же зубать вы будете по-любому. Сейчас не бежать надо? My job. You alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us. Oh, my God.
Он сейчас опять появится. Все? Блять! Так, короче, такая лифт. Молодцы. Нет, все, давай, открывайся. Мысли. Куда это? Куда? Нет, плакать. Какая там заметка была? Сюда. Черт, 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 черт. Нашел мой труп? Никому не доверяй. Расскажи всем. Да знаю я, знаю. Все психи так говорят. Но это в здравом уме, насколько это вообще в таком мире возможно. С полной камерой доказательств. Это даже не проповедь, просто насмешка над здравым смыслом. Пусть мир знает, что все это вина мерков. И похороните этих ублюдков вместе с моим извечным трупом. В смысле, где твой труп? Где ты его видел? А что, вот и взял, что это твой труп. Там просто ноги твои. Просто ноги. Что остальное можно? Не твое. Опять у нас охраняшка. А что, вот сейчас бегать будем? Не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. Капец тут. Трешак. Просто трешак, я вам отвечаю. Я, честно говоря, очкую делать лишние эти движения. Я, конечно, все понимаю, что это в любом случае произойдет. Но можно это будет помедленнее? Я как-то не готова к полному пиздецу. В прямом смысле к полному. Ева, тут месиво. Я думаю, блин, даже фильм «Пила» просто отдыхает со своим кровавым трэшем. Ай, кишки, все, ёбана в рот. Это ж кто так наделал? Тут я не вижу ни одного монстра. И надеюсь, и не надо. Опача, почитаем. Отдохнем немножечко. Проект Валеры Дера. Что-то скрытие тела ли это поля?
Заметки. Мое 14-е вскрытие пациента проекта Валердер показывает небольшие признаки успешности терапии, чем все прочие. Наблюдаются некоторые успехи в клеточной миграции и морфогенезисе, включая эффекты, напоминающие человеческий гормон роста. Но ничего похожего на создание разумного, независимого существующего роя. Так устала, не уверена в своих выводах. Подам еще одно заявление об уходе. Психологическая цена работы с настолько безнадежными пациентами слишком высока. Не думаю, что мне это по плечу. Советую возлагать поменьше надежд на обширные теории дряхлого нациста и перейти к использованию более простого механического устройства, основанного на протеине спермы. Определенно советую более жесткие фармакологические ограничения. Пациент 921 был убит в службе безопасности Мерков после того, как преодолел действие транквилизаторов, которых бы хватило на целую хоккейную команду. Боюсь, что гормональная терапия плохо сочетается с нашими фармакологическими ограничителями. Что бы это значило? Ладно, идем дальше. Сохранение идет. Нас сразу убить? Пока неизвестно. Можно нас не будет бить? Я очень тихо иду. Я очкую. Я очень сильно очкую. Выход. Пей стекло и иди на выход. Посмотрим, ладно, что там. Звук не нравится. Вообще мне звук не нравится. Ну чё? Так, заметочка какая-то очередная. Морфогенетическое кондиционирование, несколько математических строк, алгоритм перепрограммирует нас, превращая в фабрику ночных кошмаров. Несколько чисел мелом на доске. Дайте мне ножовку и оставьте наедине с телом доктора Вернике на пару часов. Я ему кое-что задолжал. Прятаться негде, но в принципе никто не будет за нами бежать. Никто, но эта музыка мне просто страшает. Просто вот страшно. Вентиляция тоже вообще не вариант, да, текать? Кишки, вот, блядь, вот почему другого выхода не нашлось, я не знаю. Значит, так встретил ты свою смерть, разорванная изнутри в клочья, глядя, как твой мозг стекает по бетонной стене. Из одного ада тебе сбежать удалось, Крис Уокер. Надеюсь, ты не угодил в какой-то другой. Я тут не особо сильно вникну, что он там об этом говорит, честно говоря. Ладно, держим, да.
как мы уже участвовали. Камеру, пожалуйста. Да? Сейчас отсюда меня выпустите. Мне страшно, ребенку страшно. Я вижу маленькую. Не теряться точно. Somehow, the only one left, because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades, but never mastered. Urkov discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. А вот что-то интересное. Вы тут были? Опача, не помню, вы тут были. Ну, тут, по-видимому, трэш какой-то произошел. Толчок. Толчок, так сказать, да? Thank you.
Вроде зрячим ничего. Музыка вкрасающая. Закончилась. Я кстати странно, что он на меня напал, потому что он вроде бы меня от тоска того защитил. Как-то. Так, документ. Почитаем документ. Записка для всего персонала от консультанта Рудольфа Вернике. Не обошляйте рой и не позволяйте бреду пациентов влиять на ваши собственные убеждения. Всякое разумное существо, порожденное данной технологией, будет настолько превосходить нас, что иллюзия его божественности может показаться вполне обоснованной. Мы всегда всматривались в хаос и называли его Богом. Теперь мы обладаем такой силой, что подобные верования могут нас уничтожить. Не поддавайтесь искушению, не забывайте, что вы ученые. Темно. Психиатрическое исследование Мерков. Правила эксплуатации палата морфогенетического кондиционирования. Чтобы избежать причинения пациентам вреда, блок жизнеобеспечения морфогенетического кондиционирования требует ежедневного осмотра всех жизненно важных систем. Система жизнеобеспечения 1. Обогащенный кислородом пептуфтороуглерод из резервуара жидкости для поддержки жизни необходимо полностью сливать и замещать на протяжении терапевтического курса. Обратите внимание, что вещество содержит обезболивающий препарат, и перерыв его подачи может причинить пациенту сильную боль, что способно нарушить весь ход эксперимента. Система жизнеобеспечения 2. Электропитание, продублированное обеспечение обеспечивается генератором. Надлежащая заправка горючим и проверка состояния генератора должны проводиться ежечасно. Система жизнеобеспечения. В случае аварийного отказа системы 1 и 2 включится бесперебойное питание блока поддержания жизни, обеспечивающее его на минимальном уровне до прибытия технического персонала. Отключение блока бесперебойного питания приведет к немедленной смерти пациента. Здравствуйте.
Из личных записей доктора Вернике. «Франкенштейн или современный Прометей» Мэри Шелли, анонимно опубликовано в 1818 году, выдержки из главы 4. «Научитесь, если не из моих наставлений, то на самом моем примере, как опасно овладение знаниями, и сколько человек скромно счастливее того, кто стремится превзойти собственную природу». Понятно, но они изначально говорили, что не нужно это делать. Погнали. Бежим. Да, бежим, не знаю, но бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Ты же можешь. Я же в тебя верю. Ты же молодец. Открывай быстрее, почему ты такой медленный? Давай. Иди сюда. Где чё? Куда, мама родная? Вон что-то открыли. Он рядом. О божечки, кошечки, он рядом. Давай. Есть такая песня. Куда, мама? Куда? Блин, пока найдёшь, потеряешься. Сохраняшка, хорошо. Значит... Вот здесь он рядом. Что-то было. Давай, да не тормози. Я подох, пока ты перебросишь. Давай. Ну, ты можешь. Ты можешь, Тёма, я так плохо. Ты молодец. Куда? Мне не сюда. Сюда. Чуть, блин, не попалась я ему.
Давай. И что? Это осталось в любом случае не фанат. Сюда что? О, документик. Документы. Обратите внимание на прилагающую форму согласия на продолжение терапии для Уильяма Хоупа, пациента благотворительной психологической программы Мерков госпиталя Маунт Месси в Колорадо, США. Форма является стандартной, и все соответствующие строки должны быть заполнены. Очевидно, Билли не знал об остановке сердца, случившейся с его матерью. Он дал согласие на участие в эксперименте на условиях денежной компенсации его матери и благотворительного взноса в пользу ее церкви. Верники, ознакомившись с записями сновидений Билли, считают его терапевтический потенциал просто невероятным. Любопытно. Так, стоп. Опять куда? Куда здесь? Куда? Вот оно, есть. Раз. Два. Молодец. Сохранение. Я думаю, нам надо бежать отсюда, причем очень быстро. Давай. Темно, блин, но хоть не так темно. Давай, ты можешь. Держи. Ты жить будешь. Давай, ты должен жить, давай. Давай, молодец. Вот сюда вот. Давай. Ты можешь. Так же. В смысле ты не можешь идти? Не рада. В смысле? Блин. А куда тут надо бежать-то? Куда в этом случае? Да, так, сюда. Ай, мне надо было нажать на кнопку. Точно. Вот он, молодец. Все, лети. Точно, вот этот мешок говно по стенкам не размажет сейчас. Боже. Божечки. Давай. Да, какой ты медленный, слушай. Приехали, блин. Узнаем, что произошло. Давай, одна ноги, хромой ноги.
ты сможешь, я в тебя верю. Давай. Молодец, ты почти дошел до конца, почти дошел до лифта. Тебе осталось совсем чуть-чуть. Ты должен потерпеть. Терпи, брат, а там мамой будешь. Давай, молодец. Сожжешь эту шажочку, как маленький ребенок. Да, о-о. Ну и что? Ну и что, блин? Нашего героя грохнули. Да, все, конец. Итак, всем пока. Наконец-то мы прошли этот Outlast. Очень долго. Сколько там, один серий, как это выйдет. Ну, неплохо, да? Как не сериал. Вот. Итак, друзья, пишите в комментариях, что вы хотели увидеть в следующем видео. А так, всем пока. Подписываемся, ставьте лайки. И до следующих серий. Всем пока.